Спасибо. Скажите, а Анастасия Цветкова пришла? Да, она в приемной ожидает. Очень хорошо. Скажите, чтобы через 2 минуты зашла. Хорошо. Алексей Олегович? Да, конечно, садитесь. Здравствуйте. Настенька, Настенька, садитесь. У меня есть предложение. Садитесь, смотрите, Настенька. Я чего вызвал вас? У меня к вам серьезный разговор. А вот, судя по анкете, у вас 2 высших образования. И еще MBA. А, хорошо. Так, вы взяли кредит в нашем банке на покупку квартиры. Не дешевую квартиру получаете. Ну, дом еще строится. Я не про это. Таких сотрудников, как вы, у меня мало. Поэтому я хочу сделать вам обоюдовыгодное предложение. Первое. Я хочу послать вас на стажировку на шанхайскую биржу. Это карьерный рост. И половину долга нашу банку тоже вам снести. А я? Раздевайтесь. Что? Ну как раздевайтесь? Какой смысл? Вы серьезно? Утро в городе началось с того, что Банк Национальное Единство объявил о своем полном банкротстве. На данный момент мы видим, что у входа в банк проходит одиночный пикет. Однако нам стало известно, что в скором времени здесь пройдет митинг обманутых вкладчиков. Настигнет каждого, неважно когда и за что. Настя! Сегодня в криминальной хронике наших новостей дебютирует новая ведущая. Встречаем Жанну Милютину. Утром в городе началось с трагедии. Неизвестная молодая девушка проникла на территорию строящегося здания и спрыгнула с крыши вниз. Причина самоубийства пока неизвестна. Однако участковому удалось опознать Анастасию Цветкову, 27 лет от роду. Полиция сейчас пытается связаться с родственниками пострадавшей. Также сегодня ночью в городе разбился известный бизнесмен Валерий Колычев. Нам в руки попала запись видеорегистратора его автомобиля. Хорошо видно, что машина двигалась на красный свет.
Да. Ну, здравствуй. У тебя ширинка расстегнута. Сереж, ты что ли? Твой банк грабит? Ну, еще одна очень хорошая шутка. Да не, дебил, ты не понял. Твой банк грабит. А как грабится? Я здесь, вон там, митингующий на месте. Нет. Юго-западный филиал. А ты откуда знаешь? Ты вообще кто такой? Я? Я тот, кто все про тебя знает. Тот, кто всегда рядом с тобой. Ниндзя сын к отцу пришел, а тот ты не заметил. Телега, о чем мы так рано приехали? Не суетись, Крест, все по плану. Я бы лучше волю лишний раз потоптал. А вот тут в газетах пишут, что сегодня в наш город приезжает премьер-министр на открытие завода. Читайте между строк. Город с утра стоит в пробках. С утра у всех стоит. Коварный план. Снаружи фургон, внутри неотложка. Кого мы лечим? Премьер-министр сел в аэропорту. Пошли. Будем брать. Заходи тихо. Бери мало. Уходи быстро. Три жлоба и два сидельца. Собрались оформить дельца. Кофе는 준비됐어요? 지금 바로 준비할게. Читал в новостях. Лабрадор стал донором крови для кота. Угу. И спас ему жизнь. А кредит за кафе банку будет отдавать кот? Золотая рыбка. Загадай желание. Через минуту моя жизнь изменится. Ага. Хорошо, девушка, я подожду. Извините. Странно вообще, что вы снимаете деньги. Вы же недавно их положили. Можете объяснить, почему я в вашем банке не могу деньги в кассе снять, если банкомат не работает? Девушка, я на Чукотке могу, у вас нет. Девушка, я вам объяснял, у нас реструктуризация. Мы даже название поменяли. Присядьте, мы решим вашу проблему. Я не могу подождать, понимаете? Извините. Я в самолет. Да, девушка, да. Я знаю, что у вас сбой в инкассаторской программе. Прекрасно знаю. А вы знаете, сколько у меня здесь денег скопилось за два дня, пока вы не едете? А меня это не волнует. Вот, ознакомьтесь с условиями нашего договора, я к вам чуть позже подойду. Спасибо. Но ты понимаешь, если мы берем кредит, то это не 100 грамм самолета, да? Если ты не заметил, то мы уже прилетели, пилот. Я вижу. Я уже понял. Должна приехать инкассация в течение 2 часов. Примешь их, я отойду ненадолго. Юго-Запад не отвечает. Надо в полицию звонить. Не надо звонить в полицию. Иди, иди дозванивайся. Какое ограбление? Владимир Владимирович, мне нужен список всех банковских ячеек. Кому какая принадлежит? Быстро! Быстро! Фу! Где ключи от хранилища? Ключи от хранилища, понимаешь, что я говорю? Давай, 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 девочка, давай, давай, давай! Молодец, хорошо! Теперь давай, давай, давай! Сах, кассет, кассет, давай! Чисто! Хорошо! На пол оба! Как дела, братуха? Работай! Работай я! На пол! С вами была Жанна Минутина. Давай Купринки поснимаем. Вот отсюда сбоку дай. Давайте обратно снимем. Да, вот так. И теперь на здание туда и потом вниз на них. Ага. Лех, ну что, опять опаздываем? Ну, я ж просил, премьера встречаем на заводе, Лёшка. У меня банк грабит. Кто кого грабит? Там, походу, мэр наш приехал. Наедь на него.
Я не знаю как, вот так вот. Юго-западный филиал. Стоп, стоп. Что ж ты за сука такая, а? Я? Я что, я сам на свой банк напал, что ли? Да я с наводнением не справляюсь. Премьер недоволен, что мы на год отложили открытие завода с китайцами. И в тот день, когда он прилетает, у меня в городе грабят банк. Что там происходит? Он, походу, орет на кого-то. У меня выборы через 2 недели. Понимаю. Жертвы есть? Не знаю. А полиция знает? Нет, тебе первым позвонил. Значит так, слушай внимательно. Молчишь в тряпочку. Я звоню своим силовикам, и чтоб ни одна живая душа, ни сном, ни рылом. Ты меня понял? Все, хорошо. Поехали. Феликс, проблема очень серьезная. Только давай так. Я и ты, больше никто. Если вы хотите знать, что скрывает мэр, слушайте меня внимательно и не спрашивайте, кто я. Вам нужно проехать к юго-западному филиалу банка. Что? Алло? Ты не знаешь, сейчас по пробкам до юго-западного филиала долго ехать? Mm. Пошли. Поехали. Давай быстрее. Сейчас. Сроком на 3 года возьмет вы меня жестоко и поведет из тюрьмы, свезут в Сибирь, сошлют на дальнюю сторонку. Что за черт? А вы разве не знали? Чего не знал? Наводнение идет на город. Вот грунтовые воды и поднялись. 69-я где? 69-я? Там. Но дело в том, что все ячейки в водонепроницаемых боксах, она утонула. Время. А это за моральный ущерб. Ходу, 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 ходу. Ходу? Время! Время! Ячейки затоплены. Да хрен с ними. Я остаюсь. Командир. Ключи от машины, оставайся. Ключи останутся у меня. Ключи. Тихо. Вот чувствовал я, военный, что с тобой будут проблемы. Слушайте, у меня свой план отхода. У меня здесь за углом другая машина. Мы сейчас забираем деньги. Вам остаются ваши ячейки. И мы по-тихому сваливаем. Решили? Забирайте свою долю и уходите. Крест. Когда менты будут вас спрашивать, скажите, что я похож на Брюса Уиллиса, а он... на Гошу Куценко. Алло.
Они окружили банк. Что за палево? Твой человек обещал вырубить сигнал, если кто-то нажмет тревожную кнопку. Кто нажал? Я не нажимала! Угомонись, угомонись, это не она. А кто тогда? Нужно выработать стратегию и уходить отсюда. С этого момента начинаем военную операцию. Ты много на себя берешь. Есть другие предложения? Даже если кнопку нажал кто-то в банке, менты должны еще были только ехать. А они уже здесь. Значит, их зарядил кто-то заранее. Вопрос кто? Других предложений нет. Иван! Я с тобой. Каковы твои действия? Мои? Собрать все телефоны, контролировать периметр. Переговоры не вступать, пока не выработаем стратегию. Выполнять! Есть. Ты быстро собрала телефоны все! Хорошо, хорошо! Ремни, шнурки сняли! Ремни, шнурки! Шнурки! Ты куда? Я отлить. Поддержишь? Ну, давай раздевайся. Полезешь в воду, будешь помогать. Думаю, можно открыть. Вода мутная, правда. Набрала всего, пока сюда шла. Но сколько на это уйдет времени, я не знаю. Времени у нас пока достаточно. Банк окружен полицией. Чего? Откроем ячейку, будем уходить. Твою же. А если я завтра открою? Я не уйду без того, что там. Откроешь, уйдем. Да, мы на месте. Так точно. К штурму? Я готов. Но мне бы еще людей. Понял. Кто будет за это отвечать? Кто? Кто? Так точно. Слышь, как тебе там? Дима, я Шишкин. Шишкин, давай чуть тебе там подписать, там зачетку, что вам дают. И вали отсюда. А, я понял. Да. Я что-то не за этим приехал. Мне просто интересно, как у вас тут все происходит, так сказать, на практике. А что мы здесь делаем? Как всегда, выполняем приказы. Это кто? Дмитрий Шишкин. Капитан Лобаев. Знакомо. Значит, ты здесь за все отвечаешь? Мы сказали, что тут что-то захватили. Вроде как прикрываем ситуацию. Ну. А про приказ штурмовать банк не слышал? Можешь толком объяснить, что здесь происходит, да? Служба безопасности банка дала информацию, что их филиал захватили люди, возможно, вооруженные. Заложники есть? Мы пытались выйти на связь, они не отвечают. Ты дашь письменный приказ на штурм банка? Я понял, они хотят все на нас свалить потом. На меня. Извините. Позиции для снайперов определили? Для снайперов. Да. Извините. Снайпера уже на точке. Мы штурмуем. Людей из жилого дома эвакуировали. Ты приказ дашь? Подождите, ну так же нельзя. Там же могут быть люди. Мы же не знаем их цели. Может, там бомба. Надо эвакуировать людей из зоны поражения. Да, и как же мы это сделаем? Скажем, что со стороны Японии надвигается цунами? Как? Ну как? Подождите, мы... Что, если неофициально? Ты попал, Алабаев. И мне это нравится. Да, да. Давай. Взаимно. Шишкин. А? Считай, что зачет ты уже получил. Вали, чтобы я тебя не видел. Извините, пожалуйста. А как мне найти участкового? Прости, я участковый. Прекрасно. Где у вас здесь ЖЭК? Пройдемте. Спасибо.
кофе дайте, пожалуйста. А вы не хотите попробовать наш фирменный огуречный лимонад? Кофе дайте. Просите, вам кофе с фермерским молоком или с обычным? Без молока. А вы с ними, да? Вы не подскажете, это надолго? Что именно? Ну, это же из-за наводнения. Какие-то учения. Да, совершенно верно. Mm-hmm. Это учение по эвакуации населения в случае наводнения. Ну, они до обеда управятся, не знаете? Не уверен, думаю, до конца дня. Ну, а что же мне делать? У меня кафе, клиенты. Вот как раз здесь мы устроим штаб учения. В нашем кафе? Именно в вашем. Прекрасно. Я вас понимаю, но лучше согласиться. Потому что в противном случае на вас пустят проверки. Пожарную, налоговую, санэпидемстанцию. Вам это надо? А если все пройдет гладко, то всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Причем бесплатно. Это за кофе. У нас появилась ментовская крыша. Маша и медведи. По закону мы имеем право устроить штаб там, где нам надо. А как, простите, наша фамилия будет? Ваш не знаю. Капитан Алабаев. К нам пришел кровавый алабаевский режим. Дождались. А что потом? Суп с котом. Я этого кота варить не буду. О, и до тебя добрались менты. Вы же понимаете, что вам не выбраться из банка. Может, я отвечу? Вы можете договориться. А чё такая смелая? А? Не местная. Ну что, мы попробуем? Ехал ниндзя через реку, видит ниндзя в реке ниндзя. А то ты не заметил. Вот я маску снял. Что это значит? Маску надень. Отошел от меня, быстро! Отставить, Иван! Вернись на позицию. Они сняли маски, значит, нас будут убивать. Не-не, я в кино видел. Ну так что, вольнем всех? Потому что спалились. Или выпустим, чтобы нас спалили. Или подумаем уже, как выбраться из этого банка. Мы выберемся из этого банка, но позже. Жорж Семенон. У нас есть заложники. Они сейчас ценнее всех этих денег. Их стоимость – наша свобода. В чем дело? Этот человек. Если он умрет... То что? Есть конкретные предложения? Я врач, я могу его хотя бы перевязать. Ну, у него работа такая. Он знал свои риски. Да просто помогите ему уже! Ты что разговаривался-то, Дынька? Ну, а если я буду умирать, ты мне тоже поможешь. Да. Почему? Ну как же? Командир! Иван, разговорчики встроил. Ты что-то хотел? Отпусти Машу. Зачем? Будут стрелять в меня, попадут в нее. Все ясно? Принеси ей аптечку.
разведку. Давай. Ага. Сидеть тут пока. На, держи. Привет. Привет. А в кафе можно пройти? Нет, кафе сегодня не работает. Ой, а что случилось? Да это учение. Репетируем эвакуацию на случай наводнения. Ну ладно тогда. До свидания. Ты что? За это же в тюрьму могут посадить. 228, часть 2. Продолжай наблюдать. Глянь, может, там. Классная идея устроить штаб в зоне обстрела. Может, пулю поймаешь. Слышь, Амо, у тебя нет ресурсов, чтобы нормально работать над ситуацией. У меня их тоже нет. Люди в банке этого не знают. Так что будем мозолить им глаза и делать вид, что у нас все в порядке. Делать вид это мы любим. Эй, кухня! А вы куда? Собираю. Это я не согласен. Кто будет кормить моих пацанов? Извините, вы сможете накормить наших людей? Бесплатно, разумеется. У меня спецзаказ. Кофе, пожалуйста, как у него, только лучше. Останься, пожалуйста. У тебя все равно зарплата. Только чаевые никто не отменял. Цыпленька, как? Слышь ты, Янзу. Че? Шишкин, я же тебе сказал, домой. Вы даже не знаете, что мне стоило вот это вот достать. Шел вон отсюда. Это, между прочим, план здания. На бутылку водки выменял? Нет, почему? За две. За две что-то дороговато. За две они тебе должны были схему расположения наших ракет сдать. Простите, а вы куда? Я? Ну, у вас тут учение, как спасать людей, а я с волонтерами еду помочь людям, страдавшим от наводнения. Вот мы вещи теплые собираем. То есть вот просто так оставите свое кафе? Ну, я вообще-то организатор этой поездки. Это что, допрос? Как вас зовут? Маша. И между ними пробежала мы. Какие-то секреты? Ловим хомячков? Нет, простите, Мария, вы свободны. Спасибо. Ладно, Шишкин. Давай сюда свой план. Иди, притащи еще фонарь. О, блин. Настоящий оптимист даже на кладбище вместо крестов видит плюсы. Очень крепко. Извините, там просят еще фонарь. Мимо пролетал маленький, но очень храбрый светлячок. О, как!
Просить не буду, но спрошу. А что так много воды? Грунтовые воды. Тут через дорогу кладбище. Ну, свети ее. Че, все увидел? Почти. Че такой нервный? Че? Че, штыришь, что ли? На. Куда отпустит? У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали ронять мыло в душе. На. Кожники. Че такой крепкий? Ну, любитель. Береги мотор. Вот это да. Жена. Что? Что ж так несправедливо, да? Такая красивая. И ты. Что она в тебе нашла? Ну, я как-нибудь зайду к вам в гости. Куда? Как-нибудь зайду. Не спи в плену у мертвецов. Береги мотор. Слышь, командир, ну мы же не звери, может. Отпустим дыньку. Чего? Да, она беременная. Беременна, значит, на одного заложника больше. Но вы же военный человек. Я же вижу. А ты знаешь, где я служил и какие приказы мне отдавали? Догадываюсь. А я вот подумал, что знаете, парни, а у нее живот-то настоящий вообще, нет, а? Крест, помнишь, у меня одна была беременная? Ну, только не начинай. Беременная, говорит, беременная, потом раз, говорит, выходи, бери меня замуж, а потом такой оказался, руки убрал! Руки убрал! Иди ко мне, сейчас я проверю, какая ты беременная, покажешь мне все сейчас. Сейчас я тебя обследую, сейчас я быстро все проверю. Это ж быстро проверяется. Взял, проверил, настоящий животик или нет. Охвати, урод! Гасни заложника! Понеслась! Пусти. Для тебя, что ли? Нет. Я первый. А тебе потом продам. Вон, за ту сумку денег. Пустил я. Ух ты. Тоже захотел. Тоже завелся. Да. Она сладенькая. Может, тебе проститутку вызвать, раз так приспичило? Я бедный контрабандист. Откуда у меня деньги на проститутку? Если не отпустишь, я выстрелю. А если в нее попадешь? Значит, застрелю и тебя, и ее. Тихо. Что, по-моему, выстрел был. Нахрена ты это сделал? Жизнь скучна. И смерть скучна. Этот на него хотел накинуться, а он защищался. Он знал свои риски. Да, все так и было. Это была самооборона. Вытащи его. Слушай, Лобоев, мы делать что не будем? А то у меня телефон разрывается от звонков оттуда. Я на них не отвечаю пока. А что вы тут за либеральщину-то разводите, а? Это клиент забыл. Ну, а если вот здесь вот БТРом решетку дернуть и сзади войти? Лобоев, ты все время предлагаешь решение, чтобы мы засветились. Почему? Во-первых,
если мы заведем БТР, его на полрайона будет слышно. Во-вторых, если кто не заметил, у нас нет БТРа. Ну да. В моей ситуации самый разумный ход через гаражи. Там есть проход, соседнее помещение техническое. Камеры по периметру мы вырубили. Так что если они нас и ждут, то хотя бы не видят. Так, тогда давайте все сначала. Дима, ты не плачь, кухня. Давай без провокаций. Так вам готовить или нет? Сколько человек захватили банк? Этого мы не знаем. Захватила банк? Хорош уши греть, готовь давай. А так я видел, как пятеро одинаково одетых мужчин заходили в банк с сумками. И чего? А потом вы приехали. Так, предположим, их было пятеро. Слушайте, а может быть, вы вообще перестанете его лапшу на уши вешать, а? Рот закрой. Сколько в банке заложников? Банк частный. Думаю, что на момент открытия там было человек 10, включая сотрудников. Но ни в чем уверенными мы быть не можем. Шишкин, нам нужна информация с камер наружного городского наблюдения. Там же... И что? Информация денег стоит. Че, все, я пошел? Может, там действительно выстрел был? Что дальше будет, мы не знаем, нам придется штурмовать. Да мы вообще толком ничего не знаем. Там гражданские люди. Кофейку б хорошо. Готов говорить. Они вышли на связь. Капитан Алабаев. А что, генералы не приехали? На фуршете? У вас был выстрел? Ты все еще не уверен, но продолжай сомневаться. Кто-то из заложников пострадал? Скажем так, им не нужна медицинская помощь. Такие дела, пацаны. Не спеши на свободу. Ваши требования? Верните электричество. Хорошо. А если серьезно? Хороший кофе. Что? Хороший кофе. Ну, если начнем сотрудничать, можно обсудить и этот вопрос. Капитан, ты хотел сказать, если сдадимся. Сколько у вас заложников? Алабаев, ты должен точно понять, все очень серьезно. Твое сомнение в этом приведет к гибели мирных людей. И мои люди хотят кофе. Ладно. Серьезнее не бывает. Сколько вам нужно? 9 стаканов. И перестаньте звонить. У нас тут беременная женщина. У нее голова раскалывается от ваших звонков. Ну, а кроме кофе вы что-нибудь хотите? Ну, сопоставляй, капитан, что сегодня происходит в городе? Наводнение. Ну? Визит премьер-министра. Так у вас политические требования к премьер-министру? Да. 9 стаканов кофе. Ты
что мы будем делать? Кофе. А мне кто-нибудь кофе принесет? Что там вообще происходит? Мы можем глушить их связь? У нас нет ресурсов. Ну хотя бы мобильники мы можем слушать? Попробуем. Да, если их действительно 9 человек. У меня 3,5 бойца, то идти на штурм, а то... Ну, повар видел 5, скорее всего, так оно и есть. Да что он там видел? Думаешь, этих террористов политические требования? Террористами они станут, когда сделают заявление. Рахман. Сейчас я вижу одно. Что все вояки направлены на борьбу с наводнением, идущего на город. А лучшее подразделение города в усилении. По маршруту премьера. Мы здесь одни. Мы точно не знаем, сколько заложников в банке, и точно не знаем, сколько предполагаемых преступников. Да, Лобаев, попали мы с тобой в окружение. На войне все проще, там хотя бы все знают, чего они хотят, а эти как будто бы не знают. Боюсь, что знают. Кофе. К обеду они попросят сахар, а к вечеру потребуют сливки. Ничего страшного, обычный ушиб. Вас как зовут? Светлана. А вас? Наташа. Очень приятно. Взаимно. Кофе на Голгофе. Ты ни о чем конкретном с ментами не договорился. Командир оттянул время. Вел противника в заблуждение. Оставил его ждать. Вам нужны были не все ячейки, а одна. Конкретная. Мы из-за нее здесь застряли. Теперь ее некому открыть. Надо валить, пока у них там бардак. Вы вдвоем не уйдете. Я не уйду отсюда, пока не решу вопрос, как открыть ячейку. А если с тобой неожиданно что-то случится? А что случилось с той бабой, ну, которая сказала, что беременна от тебя? Она действительно оказалась беременна, только не от меня. Ну, а как ты можешь сделать что-то со мной, когда даже свою бабу не контролируешь? Ты разобрался, телефон? И зря телефон-то разбил. Надо посмотреть, что он там на коляках. Ты что там написал? Я маме писал. Переживать будет. В это время мы всегда вместе с Сашей. Не свисти, Йося. Ты сейчас бороду оторву, чтобы другим неповадно было. Да он маме писал. Я видела. Ты видела? Это за то, что видела и не сказала. Мама, два телефона. Нахрена тебе два телефона? Второй китайский, да? Да. С того берега иногда пробивают. Китайская связь дешевая. Раздай кофе все. Чтобы все понимали, будете слушать мои команды, останетесь живы. Будете выкидывать номера, ситуация выйдет из-под контроля, рискуют все. Жан, смотри. Видишь, а? Здесь нет прохода. Расслабься, старый, расслабься.
Кстати, голосуй только за меня. Понял? Ну, пойдем. Мужчины! Тут в кафе напротив интересный клиент нарисовался. А ведь я тоже читаю мысли. Вот ты мне скажи, они меня боятся или все-таки уважают? А в чем разница? Я тоже так думаю. Ну, пойдем. Да, парни, останьтесь здесь. Это депутат. Он решал. Его весь город знает. С ним можно договориться о чем угодно. Командир, мы должны выйти отсюда. Лучше не отвечай. О, приехали. Ну, приветствую, парни. Что вы здесь делаете? Ну, я-то знаю, что я здесь делаю. А вот то, что мэр скрывает от общественности, у нас же, оказывается, в городе захвачен банк, а в банке заложники. Они там. Что? Заложники вот в том здании. Ты кто такой? Капитан Алабаев. Послушай, капитан, я ведь знаю, что ты здесь незаконно. И твоя Рекса тоже незаконна. У нас учение. Иди учись, свободен. Так вот, я как действующий депутат, кандидат в мэры, я обещаю вам, что я готов покончить с этим мэрским беспределом. Освободим заложников, и люди знают всю правду. И как же вы это сделаете? Сейчас вы узнаете. Алекс Дугин, экстрасенс. Я купил сегодня к вам билетик на концерт. А я не купил. Кофе с фермерским молоком. Еще. Попиариться приехали. Обещал остановить наводнение при помощи мысли. Ну, вы же понимаете, что в желтой прессе пишут. А это, кстати, профессионал своего дела. Он принимал участие в освобождении заложника. Вот, кстати, так вот через стол сидел и беседовал с террористами, вот как с вами сейчас. Разговаривал, заложники погибли. Послушай, ты там был? Вот твои коллеги, если бы его не прижали, он бы дело свое до конца довел. Что они требуют? Мы не знаем, террористы они или нет. Мы даже не знаем, чего они хотят. Я могу узнать, что им нужно. Но мне нужен прямой контакт. Я должен их увидеть. Пусть хотя бы выйдут из банка. Я смогу прочесть их мысли. Вы знаете, о чем сейчас я думаю? Вы хотите, чтобы я ушел из кафе? Я зарядил энергии. Спасибо. А я зарядил энергии удачи. Алан Мур проголосует за вас. Ну, не подведи. Вы вели с ними переговоры? Я не обязан перед вами отчитываться. Послушай, капитан, я ведь могу сейчас позвонить твоему руководству, которое меня проинформировало. Я ведь о тебе все знаю. С вами говорит кандидат в мэры Харачев. Мы с вами можем найти общий язык. Как? Ну, нам же не нужна с вами кровь. Я вам гарантирую, что если кто-нибудь один из вас выйдет на улицу, мы с вами сможем договориться. Важна жизнь моих избирателей. На каких условиях? Послушайте, я же вам говорю. Вы выходите, вас никто не преследует. Конечно, если вы не предъявите никаких-нибудь политических требований. Нас не устраивают условия сдаться. Нам нужна свобода. Выключи запись. Послушайте, но вас же никто не заставляет сдаться. Я же вам обещаю, что вы выходите отсюда беспрепятственно, и вас никто не останавливает. Вы поймите, у меня есть влиятельные люди в МВД. Им нужен такой мэр. И, честно говоря,
говоря, это хорошо, что имя произошло именно сегодня. Ты будешь диктовать мне условия? Хочешь, я тебе покажу, кто здесь главный? Послушайте, я вам говорю, что вы выходите беспрепятственно. Вас никто не преследует. Вы отпустите заложников. Я еще раз говорю, мы на ваши условия не пойдем. И никто из нас сдаваться не будет. Чтобы ты понял, что игра будет по нашим правилам, ответственность за гибель этого заложника на тебе. Какого заложника? Открываю дверь. Ну вот. Не отпустили первого заложника. Ничего не предпринимать, ждать приказа. Они вышли на связь. Ну как, продолжите переговоры? Сила. Ты пропустил много интересного. Работа. Твоя работа — сидеть возле трубки и ждать моего звонка. Ты спрашивал, что мы требуем. Нам нужна еда. И чтобы не острая. У нас тут беременная женщина. Зачем вы убили человека? Мы готовы были договориться. Чтобы ты понял, насколько все серьезно. Чтобы пуля у тебя в голове застряла мысль. Я хочу получить ключи от банковских ячеек. Так все-таки ключи? От всех ячеек. А теперь можете забрать заложника. И пусть это сделает умник Харычев. Иначе я грохну еще одного. Это похоже на хроники терактов. Что там? Лежит кто-то. Ты в новостях работаешь вообще-то, конкретнее говори. Послушайте, как вы можете это выносить? Это же пахнет. У меня почки слабые. Да не надо меня трогать, просто дайте, я это уберу. Послушай, капитан, ну вы прямо тут все какие-то чокнутые. Ну неужели вы не понимаете, что это политический шантаж? И все, что тут происходит, это все против меня. А я все-таки кандидат в мэры. Ну ты пойми, это политическое убийство. Вы только что совершили политическое самоубийство. Смерть этого человека на вашей совести. Что на это скажут ваши избиратели? Послушайте, у вас бронежилет найдется? Голову он вам не прикроет. Дам вам человека, с ним пойдете. Послушайте, это же полное безумие. Ну, что ты на это скажешь? А, звезды на вашей стороне. Ой, боже. Ну, хорошо, пойдем. Если что, стрелять на поражение. Не боись, не по тебе. Слушайте, я узнал там все. Ой, здрасте.
Узнал, там у них камеры не работают с самого утра. Какие-то перебои с электричеством. Что случилось-то? Кури, Шишкин. Взять, а? Берите, за руки, я за руки возьму. Есть? У нас нет лицензии на алкоголь. Ну так, поверил я. Сейчас посмотрим. Возьми ведро с тряпкой и швабру, и халат для этого. Что произошло? Ну, ситуация вышла из-под контроля. Цель достигнута? Нет. Я поставил им условия, потребовал ключи. И это займет время. Это у меня условия. Сначала нужно привлечь внимание к цели. А уж потом будем действовать по плану. Все. Отбой. Все слышно? Давай, иди, набери воды там. Давай, давай, давай. Что это, коньяк? Виски. Здоровый какой. А чего он весь мокрый? Вспотел. Слушайте, его ж как-то оформить надо. Он в морг нужно. Пустой. Нет ничего. Если объявятся родственники, информацию никакой не давать. А завтра? Завтра позвоните, скажете, что пошел по пьяни купаться, утонул. Иди на воздух, подыши. Послушайте, вы не переживайте, я все сделаю, все будет нормально. Вы же и так все сделали. Послушай, Лобаев, меня же предупредили, что с тобой проблем не будет. Вы знаете, я проснулся сегодня с утра один. Потом позвонила жена, сказала, что подает на развод. Вот ей тоже казалось, что со мной проблем не будет. Ну да, женщина. Я так понимаю, что вы хотите стать хорошим полицейским, да? Видел бы это, Кузин удивился. Кстати, ваш рекламный ролик бежит. Чудовищного теракта, который городская администрация скрывает от местного населения. Теракта, который вышли отсюда. Оставьте их, не трогайте, пусть работают. Какие у них требования? Кофе, еда, не острые. Лобаев, ну прекрати пьянствовать при исполнении. Мэр вскрывает всю информацию. А в городе произошел захват банка, там заложники. А это наши братья, это наши соседи. Это вранье уже мэровское надоело. И народ боится власть. Власть должна бояться народ. Вы записали? Записали? Да. Точно записали? Да. Дайте мне кассету. В смысле? Информация не должна попасть до тех пор, пока мы здесь все не разрулим. Это мой материал.
Вы не имеете права снимать без нашего разрешения. Надеюсь, у вас есть на чем смотреть? ВХС-ка. Супер ВХС. А откуда вы вообще здесь взялись? Мы на задании редакции. Послушай, это их право. Их нельзя трогать. Пусть расскажут, кто освободил заложников, пока мэр с премьером объезжает садики и школы. А я эту ситуацию разрулил. Да, у вас хорошо получилось. Ну, вы же сами видели, я сделал все, что смог. Но если в банке эти уроды, их надо мочить в туалете. В сортире. Расслабьтесь, журналисты уже ушли. Да, в сортире. Надо идти на штурм. Надо освобождать заложников. Это прямой риск для заложников. Риск – это строить из себя хорошего полицейского. А если не привезут еще? Привезут. Чего только не придумали за 10 лет, а? На, посмотри, там пишут, что про нас в новостях, просто перчатка. Помню не зря. 5-й день ноября. Надо штурмовать. Вы гражданское лицо, я не обязан исполнять ваши приказы. Вот с этим я стану мэром. Ты подумай о детях. Подумай о своей карьере, размысли. Чего молчишь? Думаю. Размышляю. Спелись. Вот, посмотри, какой у меня электорат. Скачай. О, надо себе таких же накупить. Китайских ручек с видеокамерами. Я знаю, где 500 рублей продают. Сказать? Ничего нет. И что это значит? Штурмовать будут. И сейчас отжиматься у меня будешь. Как и предполагалось, все силы брошены на охрану премьера. Даже спецназ не пригнали. Ну да. Пацаны из местного ОМОНа. Когда служил, пересекались. Но командир у них толковый. Грузию прошел. Сходи в подсобку, посмотри, что есть. Рыба пойдет на нерест. Глуши о нем. Выполнять? Есть. Твой пацанчик вообще машине ловит? Терпила бородатый сумку ныкает. Йося! Что за самодеятельность? Гудок от пола оторви. Сумку доставай. Давай, 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 давай. Че, конфеты? Ты че, банки гребешь? Это мои деньги. Да? Никогда это не стали вашими. Пацаны! Смотрите, что я утерпела нашу. Нормально. Это он не у нас, а? Потырил-то, нет? Феликс, нет времени сомневаться. Нам нужна маленькая оранжевая революция. А сейчас я ему дам трубочку. Тебя. Слушаю. Да, товарищ генерал. Под вашу ответственность. Письменный приказ пришлете. Так точно. Так точно! Алабаев, походу ты уволен. Спасибо за службу. Это не официальная операция. Вы не можете меня уволить. Ну, тогда до свидания. И вам не хворать.
Я, с вашего позволения, перекушу. Да, только не забудьте за себя рассчитаться. Звезды не врут. Приготовь мне штук 20 чего-нибудь. По-быстрому? Ну да, минут 15 у нас есть. Могу приготовить штурм-шурму. Чего? Ну, я научился ее готовить в Берлине, и она лучше, чем ваша грязная политическая кухня. Ну, только не острую. Ну и как там в Берлине? Да нормально. У них там война закончилась, а у вас нет. Алло, Славыч? Привет. Ты меня извини. Да я знаю, что ты на меня зла не держишь. Как сам? На дачу? Да какая картошка? 5 ноября на дворе. Слушай, тут такая ситуация, мне твоя помощь нужна. Ну, в общем, помнишь, как тогда? Людей надо спасать. Можем уходить прямо сейчас. В оцеплении только 2 спеца. Остальные менты. Не считая пару-тройку снайперов напротив. И что за углом, мы не знаем. Помню не зря. 5 ноября. И заговор пороховой. Где они? Обедать, что ли, пошли? В кафе тихо. А сам как думаешь? Пиротехник, ты что делаешь, а? Суп у Горохова обожрался. Пошла реакция. Пришлось все в унитаз слить. Половины туалета нет. Заодно проверил. Дистанционная. Есть. О, девчонка смс. Парни, отпустите мою жену. Да сядь ты уже! Она беременная. Тебе сказали, парни. Сядь, а? Пойдем, Катя. Пожалуйста, не раз надо. Раз и навсегда объясню, кто здесь решает, кого отпускать. Сели, сели, сели. Все-таки странный он какой-то. Очень странный. Ты помнишь, как бес с зоны ушел? Я отпущу твою жену. Вы втащили меня сюда, чтобы это сказать мне. Ты же военный человек, да? Был военный летчик. Горячие точки? Да, в 90-е выходили. В горах от ракет. Что вас еще интересует в моей биографии? Значит, реально можешь оценить ситуацию. Ничего я не могу реально оценивать. Самолет падает, и я вместе с ним. Ну, ты же не на грани нервного срыва. Тебе вообще можно доверять? В чем? Ты военный человек. Мне нужен кто-то, кто перейдет на мою сторону, если что пойдет не так. Вы предлагаете мне оружие, чтобы я занял место на вашей стороне? Оружие тебе пока никто не предлагает. Мой напарник еще жив. А это нормально? Искать замену живому напарнику? Нормально. Ну так как? Я должен стучать на своих собратьев-заложников? Да, если что пойдет не так.
если ваши компаньоны будут что-то предпринимать, тоже? Да. Принято. Я послужу в запасе. Когда вы отпустите мою жену? Да. Где они сейчас? Понятно, я буду на связи. На выход. Главное, к реке прорваться. Там по реке уже по-любому уйдем, куда угодно. В лодку. Заложников в комнату охраны. Будет штурм. Опа, горячие новости. Задний двор. Подъем! Все слышали? Быстро подъем! Подъем, я сказал! Быстро выходи оттуда! Выходим на позицию. Быстрее! Быстрее! Заходим! Заходим! Не оборачивайся! Крест возьми его! Вперед, проходим! Заходи! А почему просто не сломать этот забор? Разминка перед боем еще никому не мешала. Это вам не мешки на дачу генерала таскать. Начинается штурм. Вояки воюют. Слушай меня! Мы их бросаем, идем сюда, выгоняем заложников на оцепление, идем за ними. Понял меня? Mm-hmm. На волю идем, братуха, на волю! А, готовимся. Оставляем главный вход, если кто-то пойдет, ты вернешься. Ага, у тебя наш знакомый на проводе, что-то мне он не звонит. За мной. Все, попрыгали, собрали. Вы двое налево. Держать лестницу. Слишком мощный заряд получился. Надо слить. Нет времени. Вообще нельзя валить гоблину. Назад дороги уже не будет. Наша задача сделать так, чтобы эффект неожиданности не сработал. Дальше они не пойдут, у нас заложники. Вы же такие же солдаты, как и я был. Был? Отставить. Ставь заряд. Нас никто не прикрывает, мы идем одни. Слушаем только мои приказы. Никакой самодеятельности.
назад, назад, дальше. Да. Я тебя слышу. Что скажешь? Проверить их. Алабай выдай. Он отстранен. Там трое наших у вас. Раненые есть? Так что? Отдай раненых! Живых нет. Тащи его туда. Я наброшу на руку. Кто войдет, я воткну в него нож. Попытаюсь отобрать оружие. Если там будет второй, то... Ладно, это... В общем, неважно. Когда я открою дверь, вы будьте наготове. Я открою дверь, вы бегите. Не оглядывайся, бегите и все. Нет, ну как? Ты один не справишься, нет. Так, ладно. Ты бросаешься с ножом на первого, я на второго. Вы нас всех погубите. Так нельзя. У них оружие, они будут стрелять. Вы нас всех погубите. Нужно служить их приказу. Вы нас всех... Нет, погоните. Вы нас всех погубите. Это точно нас сдаст. Двоих раненых в скорую. Переходим на запасную частоту, у них наши рации. Ну что, звезды, сошлись? Феликс, а твои бойцы ведь... Штурм завалили. Что делать? Ты меня спрашиваешь. Я хоть что-то делаю, а ты со своим мэром лазишь и себя прикрываешь. Ты мне скажи, а тот приказ, который у тебя лежал на столе, он сюда приедет? А, ты обманул. Капитан! Нарды есть. Кто же здесь все-таки командует? Ты с косметичкой на выход. Давай, 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 давай! А этого за что? Не хотел воевать против вас. А ты? И я. Так, все на выход. Вы двое. Затащите трупы, здесь с ними и останетесь. Я останусь здесь. Мертвые хотя бы не стреляют. Пожалуйста, давай без этого. Ну что ж, хорошая компания. Давай, 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 давай. Работай. Куда ты его тащишь? Нужна горячая вода и полотенце. Нет, я не смогу, вы понимаете, он в очень плохом состоянии. Я не справлюсь с обоими, это не больница. Вы... Ой.
если бы ты вовремя нажал на кнопку, ничего бы этого не было. И он был бы живой, телега. Что тебе нужно? Полотенце, горячая вода, что еще? Нож, иголки, нитки. Верни его. На связь. Включи громкую. Меня зовут Вениамин Иванович Карычев. Алабаев где? Алабаев отстраню от операции. Будешь говорить со мной. Ты мне будешь указывать. Ты ничего не перепутал. Ты в армии служил? Знаешь, что это за звук? Звук разлетающихся мозгов. Послушай, я тот человек, который может решить все твои проблемы. Я не собираюсь за тебя голосовать. Все свои проблемы я решу сам. Время идет. Через 15 секунд я начну убивать. Не расстраивай меня, да, Алабаев? Подожди, подожди ты. 15, 14, 13, Алабаев, 12, подожди, кратко. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Алабаев на связи. Она сейчас беременная родит. И трое ваших погибли. Ты этого хотел? Штурм была не моя идея. И вообще, если ты будешь дальше так продолжать, общайся вон с Харычевым. Я домой поеду. Вадим, нам нужна еда и ключи от ячейки. И сделай это, все закончится. Еда готова. Ну так неси, что ты ждешь? Я отстранен от операции. Харычев. Ты меня слышишь? Слышу. Слушайте, что хотите, то и делайте. Ну, вот и делаю. Я подумал, может, мы еду эту того? Чего того? Траванем. Слышь, умник, откуда ты знаешь, что из этого достанется им, а что заложникам? Ну да. Что вообще за бред? Ключи, ячейки. Там должны быть дубликаты. Должны. Но, может, эти дубликаты в центральном отделении. Могут быть. Черти какие-то. Заложника взяли, взрыв устроили. Уйти не пытаются. Хоть бы лодки попросили или ракету какую-нибудь. Дима, позвони в центральное отделение, пусть привезут ключи. Я пока пойду в банк, отвезу еду. Чего? Чего-чего? Мы вообще не знаем, чего они хотят. Тянут время с этими ячейками. Откроют, а потом потребуют, чтобы мы их отпустили. Пойду в банк, отвезу еду. Узнай, что они хотят конкретно. Ты что завелся? Притормози. Всем привет. А что вы такие грустные? Мы доехали до затопленной деревни с волонтерами. Здрасте. А вы тоже, что ли, на учениях здесь? Все там улет. Алло. Что? Привет. С кем? С адвокатом? Извини, забыл. Ну, изменились обстоятельства. Ну, подвернулась работенка непыльная. Надо закончить. Ну, как обычно. Да, мне, как обычно, нужно взять взятку.
Ну за квартиру-то надо как-то расплачиваться. Сейчас вот прям разведемся, а? Ты там попроси адвоката, подождай. Вот тут телевидение недалеко. Пользуясь случаем, хочу передать моей жене привет. Отдельно еще мэру нашего города, моему непосредственному начальству и лично генералу Феликсу Самвеловичу. Спасибо вам за зарплаты, за цены на недвижимость, за возможность заработать на квартиру, на наши деньги. Которые дают безвозмездную финансовую помощь в виде взяток. И низкий поклон моей жене. А теперь вы увидите рекламу Банка Национальное Доверие. Слушай, в таком состоянии тебе не надо идти внутрь. Ты рот закрой! Это опасно, это плохо для тебя кончится. Я серьезно говорю. День не сдался. Я хочу в туалет. Моя жена все равно там. Иди. Надо поговорить. Я уже все сказал. Еда есть, теперь принеси ключи. Ты не понимаешь. Всем плевать на вас. Вы тут сдохнете. И ничего не получите. За новостями следишь? Вас там не показывают. Можешь требовать все, что угодно. Но слушать вас больше никто не будет. А я хочу, чтобы больше никто не пострадал. Я войду, и мы поговорим. У тебя нет другого шанса. Больше никто не станет слушать ваши требования. Вас просто снесут вместе с этим зданием. Завтра наводнение смоет обломки. Ладно, сейчас. Надень мешок. Ненавижу это чувство. Какое? Когда ничего нельзя изменить. Самое неприятное, что мне даже не интересно, что здесь происходит. Есть нужна нитка. В следующий раз буду ателье грабить. Где так научились? В санатории строгого режима. Помогите мне, пожалуйста, его подержать. Своего другана. Как на зону попали?
Заняться нечем? Так спокойнее. Видели в кино, когда врачи кого-то режут, они болтают. Тихо. Камера, микрофоны. Нет, чистый. Еда отравлена? Нет. Что, снотворным накачали? С едой все в порядке. Ну, проверим. Иван, накорми заложников. Идем, поговорим. Мне жаль, что с твоей женой так произошло. Начали прыгать, пока позвоночник трещать не начал. Ну, подписал. А что, или инвалид, или сдох бы. Не понимаю. Там нужна раскрываемость. Если ее нет, ходят на улицу, берут человека в отделение. Такими беседами заставляют подписать признание. А вы вроде как ни в чем не виноваты. Вы что, поправьте волосы, а? Волосы поправь мешают. Слушай, вы бы жили по-человечески. А то менты вам мешают, всем мешают. Никто не виноват, что вы живете как... Как кто мы живем, а? Объясни мне, салат столичный. Ладно, хватит. Там монета. Придется руками доставать. Потерпи, брат. Потерпи, потерпи. Все равно на эти деньги уже в метро не поедешь. Мешок можешь снять пока. Где ключи от ячеек? Я занимаюсь этим. Занимаешься? Уже должен был. Я был отстранен. Да. Уровень кретинизма в России просто зашкаливает. И у меня не находится этому объяснение. Сложно спорить. Давно не был на родине. Понятно, философской беседы не получится. Хорошо, перейдем к конкретным вещам. Тебе мешает то, что ты не пытаешься услышать меня? Да нет, напротив. Я очень стараюсь это сделать. Понять, чего вы хотите. Понял? Нет. Ну, тогда попытайся услышать меня еще раз. Мне нужны ключи от ячеек. Да что ж там такое в этих ячейках?
Ну а что потом? Ты думаешь, вы просто уйдете? Дружище, давай не будем никого обманывать. Штурм провалился. Нас выгодно отпустить. Никому не выгодно нас искать, иначе всплывет правда. Харычев отпустит нас. Мы получим то, что нужно нам. Он получит свое место мэра. Кто останется в проигрыше, так это ты со своим тупым начальством. Поэтому чем быстрее мы получим ключи, тем быстрее мы исчезнем из этого города. Самолет премьер-министра даже не успеет махнуть крылом на прощание, как нас уже не будет. Отлично все придумано. Мое предложение. Вы меня оставляете заложником. Отпускаете женщин. Ключи будут. Надевай мешок. Ты не можешь быть заложником. Ты пошел против системы, поэтому теперь ты один из нас. Так что ты мне нужен там. Надеюсь, еда стоила того, раз ты сюда пришел. Телега откинулся. Пора и мне. И как ты собираешься уходить отсюда? Как Бог даст. Сенислав, вот это да. А как вы? Алабаев где? Алабаев там. Давай сюда его быстрее. Сенислав, стой. Быстрее, быстрее. Ну ты давай его! Аккуратно, взяли. Осторожно, осторожно. Снял это? Нет. То есть как нет? Мы должны были снимать два репортажа. Где я столько кассет возьму? Я просто так держу камеру, чтобы ты не сидела у меня над душой. Вот сюда его положить. Ну что? А? Пульс не прощупывается. По-моему, все. Что же такое? Кровопотеря. Дай-ка фонарик. Так. Готовим переливание крови. Станиславович, узнай, какая у него группа. Ну, быстрее, быстрее! Сейчас. А куда звонить? Звонить куда? Вы мне скажите, что нужно, я позвоню, дам команду, все привезу. Я пока сам не понимаю. Первое. Отрицательно. Нужна точно такая же. Узнайте среди ваших людей. До больницы он не доедет. Слишком большая кровопотеря. Славыч, нету. У наших нет ни у кого. А у меня первое отрицательное. А вы себе процедуру-то представляете? Это же прямое переливание. Это же вроде запрещено. А. Я готова. А у нас же выбора нет. У вас тут есть другое помещение? Что, это тоже кафе было, да? А, нет, здесь раньше ресторан был. А у них подпольный стриптиз-клуб. Вот и закрыли. Ну, вот видите, говорите, полиция плохо работает, но... Да,
Помню, помню. Как удалось вам открыть вот это все? Я моделью раньше работала в Японии по контракту. Платили хорошо. Ну, что, готовы? Ну. Слышь ты, комиссар жив, а откуда все-таки у тебя столько денег? Я математик. А? Считать умеешь? В этом мире ничего не бывает случайно. Назад я получил заказ написать алгоритм для одной компьютерной биржи. Написал. Ну и что дальше-то? Мне кажется, что я написал алгоритм, которым можно просчитать изменения в экономике. Правда? Очень интересно. У меня было 100 рублей. По моей формуле я стал играть на бирже. Вот и деньги. Послушайте. Если бы у вас была такая уникальная формула, то вы бы давно стали миллиардером, а наша Катюша за вас бы вышла замуж. Деньги не имеют никакого значения. Когда наступил кризис, я взял все деньги в одном банке, положил в другой банк, потом положил в третий. Я все просчитал. Это же кабала. Я читала, в кабале написано, что деньги нам посылает Бог, чтобы показать нам наше неравенство друг перед другом. И поэтому... попала девочка в кабалу. Да я уже почти дописал свою теорию. Остался 2 месяца, остался только последний штрих. У каждого своя тюрьма. Я ухожу. Уходить приказа не было. Мне приказы не нужны. Я из армии поэтому и ушел. Они были солдатами. Они сделали свой выбор. Взял в руки оружие, твой путь смерть. Или тебя убьют, или ты. Зачем нам эта ячейка? Тебе нужен смысл, чтобы убивать? А его нет. Возьми в руки оружие, солдат. Я тебя вытащу. Отца твоего вытащил, и тебя вытащу. Все записи. И удалось перехватить телефонный разговор. Алабаев не слышал. Очень хорошо. Его то увольняли, то не увольняли. Вас как зовут, молодой человек? Меня? Да. Дима. И что вы тут делаете, Дима? Я с Алабаевым работал. Работал. Извините.
А вы что делаете тут? Часовщик. Время чиню. О-о-о. Ну что, получается, нет? Нет. Ну, вы же знаете, кто я. Вы тоже. Покиньте. У меня депутатская неприкосновенность. Что за мелодия-то? По-моему, грустная мелодия. Да. Ну, вот тогда и покиньте помещение. Починил. Да? Ну, видите, как хорошо. Ну, тогда... А ну-ка, держите. Там на улице машина стоит, я еле доехал, что-то с ней происходит. Почините ее тоже, а? Да. Обычно в таких случаях, говорят, все зависит от врачей и от его желания жить. До больницы довезут. Так, а как вы себя чувствуете? А, ну, нормально, нормально. Неправда, неправда. А ну-ка, давайте, поезжайте домой. Давайте, езжайте, езжайте. Сварите себе чаю сладкого, горячего. Выпейте и ложитесь спать. Я не могу домой, мне еще на выставку нужно с сельскохозяйством заехать для кафе. Вы все-таки неугомонны. Давайте мы вам дадим машину с мигалкой, быстро довезем. Нет, спасибо, я правда сама. Я не буду спрашивать, что здесь происходит. А я и не скажу. Вы за кафе присмотрите, хорошо? Доверяйте. Спасибо за доверие. Все, езжайте. Николаевич! Ну что там-то? Ну? Ну вам что, в процентном соотношении сказать, что ли? Ну? У блондинки спросили, какие у нее шансы выйти на улицу динозавров увидеть. Динозавра? Да. Понял, знаю, езжай. Да, все, да, все. 50 на 50. То ли встретим, то ли не встретим. Смешно. Арсений Станиславович. Мне действительно жаль, что так получилось с вашим человеком. Ведь я знаю, что тогда произошло. Жалко, конечно, что так получилось, Арсений. Арсений... Станиславович. Арсений Станиславович. А ведь нам надо с вами дружить. Вы великолепный профессионал. У меня огромные связи. У нас с вами может получиться замечательный тандем. Дуэт. Можно и так сказать, дуэт. Зачем я вам? Ну, ты живая легенда. Как ты здесь оказался? Я умею предугадывать ситуацию. Шутишь, экстрасенс? Нет. Вижу все насквозь. Арсений Станиславович, а вы просили убрать гражданских лиц? Я думаю, они сами уйдут. Смотри, не пожалей. Легенда без мандата. Жить будет? Кто? Феликс, ну кто такой этот Кузин, а? Ну он же никто. Что значит ты соскочил? А, тебе звонил мэр. Я предвидел. А ты понимаешь, что ты меня предал? Я ведь тебя с твоей женой знакомил. А ты вот поступил со мной, так? А ты в курсе, что у меня кассета? И люди-то скоро правду узнают.
мэр против меня все обернет? И что я за это все должна отвечать? Ну и как он это сделает? Кто приедет? Феликс, ты плохо меня знаешь. В зоне я мэром стану. Я же вам говорил, что вы станете мэром. Я, пожалуй, прогуляюсь. Вечером концерт, нужно зарядиться энергией. Что вы сказали? Держи. Не нервничай и успокойся. Погладь, погладь. А как его зовут? Алан Мур. Как? Мур? Арсений Станиславович, они вышли на связь. Очень хорошо. Только ты трубочку-то повесь, не отвечай. Но... Как? Они сейчас опять... Не о чем мне с ними говорить, у меня ключей нет. Что они сказали? Вопрос не по уставу. Что скажешь на это, Мур? Московский уголовный розыск. Молчит представитель центра, ведь у нас убитый человек, а кто он? Ну вот, не молчите, Митя, я вас спрашиваю. Личность убитого установить пока не удалось. Это заложник он... А откуда вы взяли, что это заложник? Ну как это? Вы проверили отпечатки пальцев, да? Зачем? Ну, если они нам говорят, что он заложник, это еще ничего не значит. Вы, наверное, им доверяете, да? Салабаев, давно работаете? Я сейчас... Ну, отпечатки. Арсений Станиславович, а чего же он такой мокрый? Кто? Заложник. Он был мокрый? Да как утопленник. Так ведь... Тут Дмитрий Шишкин. Этого лучше не знать. Ключи? Расписаться надо? Нет. Слушай, почему я обо всем узнаю в самую последнюю очередь, а? Мы пойдем позвоним. А вы не знали? Запись идет. Здравствуйте. Я Арсений Станиславович. Как мне вас называть? Называй, как хочешь. Просто делай, что тебе сказали. Я стараюсь. Да мы все тут стараемся. Где ключи? У меня. А должны быть у меня. Простите, все-таки как к вам обращаться, а? Какая разница? Зови меня Петя, Вася. Извините, ну я так не привык. А как ваше отчество? Отчество. Я же сказал, Васильич Петрович. Очень хорошо, очень приятно, Петр Петрович. Я давно не разговаривал... С интеллигентным человеком. Я тоже. Петр Петрович, вы, конечно, получите ключи, но... Нет, нет. Здесь условия диктую я. Петр Петрович,
Вы стреляли в моего человека. В очень хорошего человека. Мне просто нужны были ключи. А мне нужны люди. Живые. Послушай, ты же интеллигентный человек, Арсений Станиславович. Не надо ставить меня в тупик. Из него я буду выходить боем. И это вряд ли вам понравится. Я так понимаю, Петр Петрович, вы военный человек. Не надо угадывать. Но неужели вы будете воевать против женщин и детей? Я не воюю. Я жду ключи. Вам нужны ключи, мне нужны люди. Может быть, договоримся? Компромисс – очень хорошая вещь. И поверьте, все будут довольны. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы вы отпустили женщин, детей. Здесь нет детей. А женщин слишком много, чтобы менять их на ключи. Но на компромисс я согласен. Просто принесите ключи. Значит, вы отпускаете заложников? Ключи. Еще один вопрос. Извините, Петр Петрович. Валяй. Если вы заранее знали, что... Вам нужно открыть ячейки, а почему вы не подготовились? Петр Петрович, ну что? Ну, надо было взять с собой... Профессионального человека. Неужели вы дилетант, Петр Петрович? Ячейки затоплены. Поэтому мы не можем их открыть. Такой ответ тебя устроит? Да-да. Что это за мелодия, а? Сами поете гимн французского легиона. Ах, это гимн французского легиона. Быть наемником во французском легионе – это у нас уголовное дело. Ну да, так туда и берут по профессиональным качествам. Несмотря на твое прошлое, даже если оно очень-очень темное. Там вроде после первого срока службы дают вид на жительство. Да, поэтому там теперь таких, как ты, полно. Отдай-ка ты ему эти ключи. Так вот просто? Взять и отдать? Так можно ж поторговаться. Но ведь на жительство поторговаться мы еще успеем. На выход. Давай, давай. Можно мои вещи? Сейчас не имеет значения. Я с тобой. А он? Отпущу. Это может быть провокация. Ничего не делать без приказа. Пусть пройдет дальше. Что у нее под одеждой? Это пояс? Бомба? Да нет, она беременна. Была информация, что внутри беременная. Предупредите врачей. Встречайте ее. Захар, шея. Возьмите ее. Все хорошо? Пойдем, пойдем, пойдем. Ничего не бойтесь. Целый, как вы себя чувствуете? Где врач? Сколько их там? Вы их можете описать? Какая там ситуация? Какая ситуация? Ситуация ясна. Все. И бояться больше некого. Все, чаю приготовить.
Какого? Вкусного. Чё? Девятого нет. Три раза проверил. Ключи привезли? Я знаю. Нужного ключа нет. Что делаем? А? Ключа от ячейки нет. Тяни время. Я хочу в туалет. Можно? Раздевайся. Что? Раздевайся. А, вот, да, получил. Фамилия? Че? Моя? Алабаев. Wi-Fi у нас в кафе не бесплатно. Угу. Арсений Станиславович. Да, Митя. Тут ответ по пальчикам пришел. Что? Ну, короче говоря, Погорелов Иннокентий Глебович, 1960 года рождения, неоднократно судим по статье 158, часть Б, специалист по взлому. Не похож на заложника. Че, не своего, что ли? Как ты думаешь, а что общего между медвежатником и наемником французского региона? Какого региона? Неважно. Рисовать умеешь? Чего? Вижу цель, могу снять. Значит так, возьми эту освобожденную будущую мать. Я думаю, истерика у нее уже закончилась. Поэтому составьте с ней, пожалуйста, фоторобот. Словесный портрет всех преступников, что... Славыч. А у нас вино есть? У нас нет лицензии на алкоголь. Пропустить. Но персонально для вас есть. И сыр. Понял. Он к нам что, на бизнес-ланч? Чё в мешке? Ключи. Открой.
бы сами забрали. Поговорим внутри. Чем обязаны? Спасибо, что прислали ключи. Как заложники? Нормально. Нормально. Ну так и... А что дальше? Посчитайте ключи. Извините, я не понял. Я с арифметикой не в ладах. С арифметикой не в ладах. Трое моих бойцов погибло. Спокойно! Готовить умеешь? Чего? Еду готовить умеете? Пойдите на кухню, приготовьте нам что-нибудь вкусненькое. Извините. А давайте выпьем вина, пока мы будем считать ключи французского. Все-таки как же вас называть? Бэтмен. Похож. Пока есть время, а его не так много, поверьте. Может быть, попробуем решить проблему сами. А вы можете. Видите ли, совсем недавно я здесь занимал довольно высокую должность. Был кризис, ну, вы помните, людям не платили зарплату. Они вышли на митинг, а я отказался их разогнать. Мне тут же нашли другую работу, поспокойнее. Но до этого появились гости из центра. И все решили. Приказ выполнили. Так вот, пока никого нет, пока мы одни. Давайте попытаемся решить проблему сами. Зачем вы сюда пришли? Зачем? Одного не хватает. Какого? 69. В лото эта цифра называется туда-сюда. Спасибо за вино. Но оно не французское. Грузинское. А ключи не заберете? Значит, вам нужна одна ячейка. Какая? Хозяина этого банка. Почекаева. А что в ней? Свобода для заложников. Мне жаль, что с вашими людьми так случилось. Зачем приходил? Что же нас ждет? Хинкаль. И вино-то у нас грузинское. Ну что, заложники? Да. Ну, здравствуй. Привет. Ты кто? Это я, твоя совесть не узнал? Нет, не узнал. У меня нет совести. Послушай, не будь идиотом. Отдай ключ. С какой стати? Погибнут ведь люди. Неужели ты этого не понимаешь? Это ты, родной, не понимаешь. Ты включи телевизор и посмотри, они гибнут каждый день. В автобусах, на терактах, в падающих самолетах, в банках. Послушай, в твоем банке. В твоем банке. А между мной и какими людьми выбор? Среди заложников
Твои близкие? Короче, будет что по делу сказать, звони. В таком случае ты действительно неуязвим. Да, родная, привет, как ты? Скажи, тебе никто не звонил? Сейчас, сегодня? Не-не-не, все нормально, просто волнуюсь. Нормально все. Тапок. Да. Звонили через Бангладеш. Понятно. Ну, дальше следить не удалось. Звонок мог быть хоть из Лас-Вегаса, хоть вон из соседнего дома. Хорошо, готовь машину. Соседнего дома. Ну что, Мить, дозвонились? Да я дозвонился. Они говорят, что в центральном офисе все ключи передали. Может, они его по дороге потеряли, а? Пока горячий, отнесите ребятам, угостите. Кстати, вкусно. Арсений Станиславович, а может, мы все-таки позвоним Почекаеву, а? Попытайтесь, сделайте милость. А жена Почекаева? Да, сестра мэра. Да я понимаю, Арсений Станиславович. Нас сюда бросили мужамон, а нас ноги можно вытереть. Паша, они приказ получили, а ведь нервы не железные, боятся. Вот и прислали, никого надо, тех, кто молчать будет. Прости меня. Давно хотел тебе сказать, если бы ты не поддержал меня в тех событиях, сейчас бы был в спецназе, так что спасибо за службу. Служу Советскому Союзу. Чего? Попросили передать вам. Мне? Да. А что сказали, кто просил-то? Да мужик какой-то. Какой мужик? Да вон он, блин, ушел. Ну, за мной, марш. Сейчас, одну минутку, Арсений Станиславович. Дочку в детский сад устроил? Да-да, спасибо большое. Ну, если что, обращайся, связь еще есть. Спасибо. Поехали. Да. Ну, здравствуй. Привет. Ты кто? Это я, твою совесть не узнал. Голос знакомый. Нет, не узнал, у меня нет совести. Послушай, не будь идиот, дома отдай ключ. С какой стати? Пойди на светлый день, неужели ты это не понимаешь? Это ты, родной, не понимаешь. Ты включи телевизор, посмотри, они гибнут каждый день. В автобусах, на терактах, в падающих самолетах, в банках. Послушай, в твоем банке, в твоем банке. Арсений Станиславович, это он? Кто? Вот этот, который с директором говорил. Это он в банк звонил? Когда? Да перед штурмом. Слушай. Это займет время. Это у меня условия. Сначала нужно привлечь внимание к цели. А уж потом будем действовать. А что тут похоже? Да он использовал дешифратор. Нет, я, конечно, могу отправить пацанам на экспертизу, но я уверен, голос тот же. Помните 2006? Я помню, помню. Ай-яй-яй. 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 Он же знает все, все, что здесь происходит. Он же видит все. Кто? Thank you.
Смотрите. В общем, нас хорошо видно, наше кафе и банк из вот этих вот трех домов. Не смотрите лучше, конечно... наверх, Митя. Хорошо. Из вот этого лучше всего смотреть, за нами наблюдать. Потому что он ближе всего. Здесь 10 этажей. Два с квартир. Получается, если брать угловые, максимум 30. Поскольку у нас здесь официально вроде как учение по эвакуации людей в случае наводнения, мы с вами можем провести это. Мы здесь неофициально. Да. Надо звонить прокурору. Прокурор. Двоюродный брат нашего кандидата в мэры. Депутата Харычева. Слушайте, Арсений Станиславович, они тут все вместе в один детский садик не ходили, нет? И сидели на одном горшке. Боец, напрягись, вспомни, кто флешку передал? Да мужик обычный. Приметы тебя спрашивают. Я же говорил, кепка на нем синяя была. Рост. Вот как он? Цвет глаз. Начальник, да и девушки свои цвета глаз не помню. Слушай, а где он тебе флешку отдал? Здесь отдал. Пешком шел, приехал, здесь. Как он? Не знаю, подошел ко мне и дал мне эту флешку. Давай запись с камер наблюдения. Вот с той берем, да? Со всех. Хорошо. Арсений Станиславович, есть камеры. Ну. Показывай. Вот та, которая прямо возле кафе. Ага. Крупнее можешь? И так. Зачем вернулась? А я не вернулась. Я хедхантер. Кто? Охотник за головами. Ищу по стране, ищу таланты. Заманиваю в Москву. Так. Все, вот. Вот еще одна дальше, которая... Все? Да, все. А дальше его нигде нет. Понятно. Пришел на глазах у всех, ушел на глазах у всех. Никто ничего не видел. Прям Робин какой-то. Кто? Бэтмен и Робин. Ой, не знаю, это все. Глупости все это. Просто профессионал. Профи. У нас по Чекаеву есть еще. Вот. По Чекаев Алексей Олегович, 1964 года рождения, 2 высших образования, юридическое и экономическое, соучредитель Банка Национальное Доверие и президент Совета директоров 95 года, женат. Жена, ребенок от первого брака, девочка. Это все известно, все известно. Мит, вы же там в интернете как-то там, сейчас же модно там сливать всякую... всякую гадость. Неужели про него ничего нет? В этом смысле? Да нет, откуда? Я и так это все из интернета слил. А звонил я в этот центральный офис. Мне
начальник охраны Почекаева сказал, что его нет. А где? Сказал, что не знает. Значит, человек, который должен его охранять, не знает, куда ушел тот, которого он охраняет. Ну, как бы это ни было, они не хотят с нами разговаривать. У меня тоже все хорошо. Ждем ребенка. Жена пишет письма в западные компании. Хочет меня отсюда вытащить. Решили взять ипотеку. Взяли. Она молодец. Нет, ты тоже молодец. Вытащил ее отсюда. По большому счету, я вообще-то ничего не сделал. Только все для себя. Летал сколько хотел, где хотел. Приземлиться никак не мог. Сейчас сижу в этом банке, тоже не знаю, что делать. Ты сделал? Что? Ты вытащил ее отсюда. Когда-нибудь, даст Бог, мы отсюда выберемся. А как жить, что делать, я не знаю. Бесконечные вопросы. Ты не изменился. Все та же песня, все те же вопросы. Ты всегда боялся определиться. И сейчас боишься. Тебе кажется, еще в твоей жизни что-то будет. Жизнь-то, вот она. А ты? Я? Вы знаете, я всю жизнь сидел над формулами. В моей жизни были только цифры. И я вам завидую. У вас такая интересная жизнь. Можно мне одеться? Дай. И нитку. Они там остались. Я могу принести. Принеси. Мусора ответь. Здрасте.
Алло, алло. Добрый день. Это полиция по поводу ограбления вашего банка. Да. Ну, мы бы очень хотели побеседовать с господином Почекаевым. Может, он при первой же возможности попытаться с нами связаться. А еще лучше подъехать к юго-западному филиалу. Мы же с вами договаривались. Как только Алексей Олегович появится, я вам сообщу. Да-да, но не мог бы он... Нет, я просто так хотел спросить. Может быть, бы он рассказал, что находится в этой самой ячейке. Почему ты не стала работать врачом? Ты же была отличницей. Какой из меня врач? Значит, ты этого специально убила? За монетой был сосуд, я его не заметила. Я поняла это только тогда, когда дернула монету. Это была ошибка. Командир. Может, пора девушек выпускать? Начнем с этой. Да, почему не с меня? Да вы даже не знаете, что... Не надо, спасибо. Можно я руки вымою? Можно, иди, мой. Давай, ты тоже на выход. Это мне? Выходи из банка. Пора сказать, что ты меня вербовал, если убью твоего друга. Я должен был занять твое место. Ты такой же заложник, как мы... Как мы все. И вообще, что ты знаешь про своего командира? Давай, вали уже отсюда. Мы не можем выпускать заложников. Они нам нужны. Ты же летчик, да? Самолет падал. Был один раз. Останавливались двигатели. Ты что делал? Молился. Какая молитва? Я не знаю. Жена дала какую-то. Я прочитал. Двигатели включились. Тебе это нужно? У меня приятель был. По службе пересекались. Жестокий пацан. Черных не любил. Бухал. Дрался. Они с женой из Египта летели. Самолет в болтанку попал. Думали, все, не выживут. Долетели как-то. Потом после этого изменился. Детей из детдома взял. Одна девочка, армянка. Второй пацан, узбек, что ли. Друзья у вас благородные, конечно. Вы-то что здесь делаете? Я его убил. Лежит он там. В комнате. Сиди, читай. Падай.
Поставь на громкую связь. Слушаю. Вообще-то я звонил не тебе, но я знаю, что твой шеф сидит рядом и слушает меня. Ну что, Почекаев, сбежать решил? Молчишь? Ну, молчи, молчи. Я сам вам все скажу. Вы оба едете в сторону нового дома. Вокруг вас охрана. Ты надеешься, что она поможет тебе, глупый ты человек? От себя и от своих поступков не убежать. Тебе не поможет ни бегство, ни охрана. Кстати, ты уже знаешь, что тобой заинтересовалась полиция? Слышь, ты чего хочешь? Денег? Нет! Мне нужно гораздо больше. И я это уже получаю. Ты ведь уже боишься? Нет. Ну, правильно. Все, выключай эту голову. Это только начало. Тупой. Да, мам. Да не взяли мы этот кредит. Мы решили подумать еще немножко. Кто звонил? Какие иностранцы? А папа с ними разговаривал? Я гляжу, вы себя лучше чувствуете. Я задам вам несколько вопросов. Можно? Да. Значит так. Подождите. Я буду говорить с вами только при одном условии. Я вас внимательно слушаю. Мне только что позвонили и сказали, что моего мужа взяли в корейскую компанию вторым пилотом. Корейскую? Очень хорошо. Я вас поздравляю. Спасибо. Но, как вы понимаете, они не должны узнать, что он был заложником банка. Почему был? Это очень большой стресс. Нужна длительная реабилитация, его просто не возьмут на работу. А это шанс для нас. Вы же понимаете. Я скажу вам все. Я хочу, чтобы вы обещали, что имя моего мужа не будет фигурировать ни в каких документах. Да, я понимаю, конечно, благополучие вашего мужа, это и ваше благополучие, это благополучие вашей семьи. Знаете, лет 30 назад, когда вас не было на белом свете, здесь в океан упал корейский самолет. Все погибли. Ну, утверждают, что мы его сбили. Может быть, там находился действительно, как вы говорите, нервный пилот. В общем, никто не знает, и главное, больше уже никогда не узнает, что же там было на самом деле. Вы сейчас на совесть на мою давите? Нет. Я просто вам хочу сказать, что жизнь, история жизни — это разные вещи. Многое, что происходит в нашей жизни, никогда не остается в истории лишь только потому, что кто-то не хочет, чтобы кто-то об этом знал. Так вот, фамилия вашего мужа, как и ваша фамилия, поверьте, никогда не будет фигурировать ни в одном документе, ни в одном отчете, лишь только потому, что эти документы и отчеты не будут существовать. То есть вы согласны? Я вам больше скажу. К вам наверняка обратятся с настоятельной просьбой, чтобы вы категорически забыли все, что здесь будет происходить. На это вы согласны? Я согласна. Так вот, они действительно похожи на тех людей, кто брал вас в заложники? Похожи? Обычно. Зоопарк. Ты, кстати, придешь к нам 15-го? У нас благотворительный аукцион, ты помнишь? Угу. Будем ждать. С домом? Короче, ну, как тебе сказать? Дело, ну, конечно, мы рано переехали. Мебель еще половины нет. Не итальянцы, как обычно, задерживают. Угу. Кухню нет, нет. Кухню еще привет. Не собрали. Я тебе попозже перезвоню. Привет. Как дела? Где наша коммунистка? Да, она у подруги. У Юры появились подруги.
Ну, может, товарищ по партии, не знаю. Как там с банком? Ситуация нормализовалась? Да нормально. А ты откуда знаешь? Послушай, у меня брат все-таки мэр. Сережа звонил, все рассказал. Кстати, почему ты не поехал премьера встречать в аэропорт? Тебя там ждали. Я вот что подумал. Может, вам с Юлей недельки на две за границу ехать? Зачем? Ну как, наводнение, вода к дому подойдет. Леша, что происходит? Честно? Угу. Ситуация с банком может выйти из-под контроля. Если бы это все случилось недельки через две, мы бы с Сережей сами все разрулили. А здесь ситуация вообще непонятная, куда может пойти. Все может рухнуть в 3 секунды. Непонятно. Твой брат тоже находится в зоне риска. Потому что этот новый кандидат в мэры накопал какой-то компромат на нашу. Послушай, ну, Сережу всегда пытались топить. И что? Да знаю я. Но в том-то дело, что сейчас... Сейчас все по-другому. Все изменилось. Брат не все тебе рассказывает, поверь. Звони Юле. Ухожу от тебя, Алабаев. Меня достал ты и твоя работа. Молчишь? Ну почему же ты все время молчишь, сволочь? Развожусь с тобой. Я хочу, чтобы ты подписал отказ от претензий на имущество. Фейку сможешь заварить? Не такой крепкий, как в прошлый раз. Уходить вдвоем будем? Сейчас проверим. Как? Что-то врачиха в туалете долго. Врачиха в туалете застряла. Приведешь? Не боишься? Для первого убийства особо повода не нужно. Но я тебе его дал. Для второго тоже. И опять был повод. А вот для третьего убийства повод нужен серьезный. Я тебе его не даю. Мне просто нужно выйти отсюда. И тебе тоже. Все в твоих руках. Нервничаешь? Расслабься. Тебе повезло, что здесь очереди нет. Мы с пацанами, как только в город приезжаем, какое-нибудь большое место зайдешь, там всегда в женский туалет ажиотаж.
Мужской главное. Пустой. А в женский. Ты что думаешь? А я понял. Все ж туалеты мужики строят, да? Вот они мстят. Они мстят бабам за то, что они их кинули. Всех же кидают. Такая ты дура. Так тебя жалко. Ясно, почему стреляли в нашего человека. Спасибо, вы помогли. Но вы же вытащите моего мужа. Поверьте, мы сделаем все, что в наших силах. Вас отвезут сейчас домой. Нет. Пока он там, я никуда не поеду. Поверьте, вам лучше отдохнуть сейчас. У нас внизу есть диванчики. Могу проводить? Нет, я сама. Спасибо. Может быть, что-нибудь приготовим? Знаете, нервы успокаивает. Да. А что? Митболы. Что это? Это мясные шарики с рисом в томатном соусе. Все это... Тефтели? Да. Проверь оцепление, а командир пускай ждет. Есть. Почему столы у окна? Извините, с кем имею честь? Арсений Станиславович, приятная формальность. Полковник Платонов. С этого момента операцию руковожу я. Вот письменный приказ, как вы любите. Служба разведки. А, я так полагаю, вы ее новый начальник. Вас же совсем недавно назначили. Как служится вам в нашей глубинке? Ну, почему разведка-то? Ну, я понимаю, МВД, ФСБ уж на крайний случай. Ну, а вы сами как думаете? Ну, я так полагаю, этот приказ его же сразу уничтожат после того, как все здесь закончится. Так? Хотелось бы получить его копию. Можно кофе? Ну, разведка, разведка, все. Это понятно. Ох, как вы умеете выдумывать всякие легенды. И главное, умеете заметать следы. Ну, так что придумаем на этот раз? Я так полагаю, что вы подбросите тело нелегального китайца, который спьяну решил ограбить российский банк. Но премьеру доложите, что извините. Не хотели беспокоить в столь торжественный день открытия советско-российско-китайского производства, которое будет неуклонно повышать благосостояние наших людей, двух великих держав и так далее, и тому подобное. Да? Арсений Станиславович, вы не стойте на линии обстрела. Теряю профессию. А потом мелко мыслите. А чего же? Одного-то китайца. А давайте двух подбросим. Вторым буду я. Вы можете уйти. Я не могу. К сожалению, не могу. Там пострадал мой человек. Очень хороший парень. И это уже стало моим личным делом. Так что, извините, не могу. А вы правда считаете, что вот это все нормально? Я не обсуждаю приказы, Арсений Станиславович. Я их выполняю. Но вы еще можете уйти. Как тогда? Я не могу покинуть место работы.
мы еще не приготовили тефтели. Митбол. Митбол. Очень вкусная вещь. Вы будете удивлены секретами местной кухни. Потом мента этого, который Макса Сладких, друг моего, искалечил. Мы его с пацанами потом нашли. И ему на лбу вот такой плюсик ножом поставил. Он не дурак оказался. Он меня не по моей статье, а по 131-й с плюсиком. За изнасилование. Несправедливо, да? Заткнись, а. Чего я тебя должна слушать? Оставь меня. Я хочу здесь просто отсидеться. Я вообще должна здесь с вами подохнуть. Да я вообще никому ничего не должна. О, ты прям как государство заговорил. Никому ничего. А мне вот государство за изнасилование торчит. Я сидел, сидел. Изнасилование совершал, не совершал. А? Че? Отдадим долги? Кстати, свое кафе. Вы приходите на обед, и я вам очень хорошую скидочку сделаю. Кстати, у нас замечательный огуречный лимонад. Хотите попробовать? Ну, можно я драться на свою минутку. Поставлю. Спасибо. Халат наденьте. Вы кто? А я... К Вадиму. К Вадиму? Ну да, я к Халабаеву навестить, вот. Навестить. А-а-а. Зачем? Я ему дала. А? Я просто донор. Донор. А-а-а. Представляете? И я ему дала. Я ему свою жизнь. Отдала. Я вот цветок принесла. У него энергетика в помещениях хорошая. Арсений Станиславович, извините, я тут немножко... А вы мне снились поваром. Значит, сны сбываются, Дима. Арсений Станиславович, этот, Робин, он засветился там за углом здание с своей камерой. Так вот там видно, что он садится в такси. Вот, я таксиста нашел, он говорит, что довез его до проспекта Ленина. Там он сел в другое такси, уехал. Лица он его не помнит, говорит, что тот был в синей кепке. Ну что, ожидали другого, что ли? Ну да. Тут кто-то звонил с нашего телефона во Францию. Да? Ну, я по делу. Я звонил во французский легион. Там глух сказали, что информацию по своим легионерам они не разглашают. Вот. А Почекаев вообще так и не отвечает. Теперь даже начальник охраны трубку не берет. Ну, все, как я вам и говорил. А... Ой, знакомься, это наш новый начальник. Полковник Платонов. Рекомендую. Очень вкусно.
Они вышли на связь. Арсений Станиславович, я думаю, логично будет продолжить переговоры вам. Да-да. Найди его. Вы абсолютно правы. И голос мой останется на записи. Кузин на связи. Слушаю. К сожалению, наш диалог зашел в тупик. Все дело в том, что этот ключ существует в единственном экземпляре, который находится у хозяина ячейки, которого мы ищем, но никак не можем найти, поверьте. И заложники здесь ни при чем, Петр Петрович. Не нужно давить мне на жалость, это ваша проблема. Может быть, вернемся к нашему варианту компромисса? Может быть, договоримся, а? Ты знаешь, что мне нужно? Петр Петрович, если вам так надо открыть ячейку... Мы это можем сделать и без ключа. Если вы согласны, прямо сейчас я могу прислать вам специалиста, который очень легко это сможет сделать, черт возьми. Что, слесаря мне пришлешь? Я больше не впущу сюда ни одного вашего человека. Единственный компромисс, который возможен для продолжения нашего диалога, это найти ключи. Да ищем мы его, ищем. Ищите. Да и... ищем. Интересно. Если им так необходима ячейка, почему же они не хотят принять специалиста? Ну, значит, ему нужна не только ячейка. Значит, ему нужен еще и ее хозяин. Оставь нас. Так точно. Он должен был быть сегодня среди встречающих премьера. Я там был, но Почекаев почему-то не подъехал. Полковник, ведь вы можете его найти. Я знаю, может. Послушайте, Арсений Станиславович, мэр лично просил меня разобраться с этой ситуацией. А мы с вашим мэром вместе воевали, вы понимаете? И мэр просил меня не трогать Почекаева, поэтому допросить его нет никакой возможности. Слушайте, а этот ваш, как его, Дмитрий... Шишкин. Шишкин. Завелась на одном районе. Банда глухонемых. И давай насилуем всех подряд. Тщетны были крики и мольбы. Ну что, ты вся испачкалась, а? Грязно. Я что-то не так делаю. Я же не бесплатно. Я человек порядочный. Со всей душой к тебе. С деньгами. И ты же за ними в Москву. Ну вот они. Ну, вперед. Давай. За папика. Давай, давай. Это была мамина пенсия. Еще раз. Жуй. 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 Давай. А? Ну, видишь, какая молодец, а. Так, гляди сейчас, и на машинку нажуешь. А? Может, все? Пора? Нет? Не тот подход. Не тот подход. Зайдем с банкомата, а?
Как говорила моя бабушка, для успеха все цели хороши. О, да мы мокрые, а чё ж ты молчишь-то, а? Так, надо промокнуть. Ловко ты меня на бабки взяла. Слушай, я пустую. Ты ничего себе не оставил? На черный день. Давай поищем. Вот здесь. Чего нету? Там пусто. А здесь у нас, а? Ну-ка. О! Что ты там все время пишешь? Проект пересмотра итогов приватизации. Ты живешь в семье банкира. Откуда у тебя эти коммунистические идеи? А можно знать, куда мы, собственно, так сорвались, а? Лёш, может, позвонить Сереже? Не-не-не-не. Сегодня точно нет. Он будет только нервничать, а ему сейчас нужно быть спокойным, улыбаться, как всегда. Сейчас Тина уляжется, позвонишь. Да. Юля, здравствуйте. Ваш папа не хочет со мной разговаривать. Может быть, вы поговорите со мной? Кто это? А кто это? Друг семьи. Друг нашей семьи. Что? Дай телефон. Вы куда-то едете? Скажите, куда он вас везет? Телефон дай. Юля! Телефон дай, Юля, я сказал! Что? Дай телефон! Что? Дай телефон! Юля! А дай телефон! Сейчас. Дай телефон! Не говори с ним! Спокойно! Не важно. Алло. Важно другое. Ваш отец может спасти жизни многих людей. Дай телефон. Я говорил, что это не важно. А он не будет этого делать. Иди сюда. Он говорит, что если ты решил, что все будет по твоим правилам, то ты ошибся. Ты можешь нас отправить с мамой хоть в Индокитай. Знаешь что, дорогой? Тебе уже страшно? Я не знаю, о чем ты говорил с моей дочерью, что там я не буду делать. Я знаю одно, что я буду делать с тобой то, что я умею лучше всего. Поверь мне, тебе это не понравится. Подумай хоть раз не о себе, а о других людях. А теперь живи с этим. Я просто тебя убью. Все. Отдай ключ. Послушай, аэропорт закрыли, рейсы отменили.
А кто звонил? С кем ты говорила? Я хотела проверить, насколько это серьезно. Ну, проверила? Да. И мне это нравится. Леша, может быть, в Китай? На яхте? Там как раз коммунистическая партия и смертная казнь. Ну, я-то знаю. Так будет проще исполнять свой профессиональный долг. Ну и как проходят учения? Какие учения? Ну, у вас же там учения по эвакуации населения во время наводнения. Вы же нам сами сказали. Да, учения идут. Ну, где же я вас видел-то, а? Я у вас интервью брала, помните? Да. Когда мы отказались разгонять митингующих, вы мне, правда, ничего не сказали. Мы с вами про помидоры говорили. И до чего мы договорились? Ну что, гнать надо в шею сеньоров помидоров. Правильно, гнать. Я от своих слов не отказываюсь. Как вас зовут? Жанна. Ну вот, видите, Жанна работает в жанре сенсации, да? Вы, конечно, здесь не случайно. Вы хотите знать, что здесь происходит, так? Я узнаю. Я не сомневаюсь. Жанна, я вас очень прошу мне помочь. Только давайте договоримся, чтобы об этом знали только вы, я, ну и, конечно же, ваши телезрители. Мне нужно знать, кто эти люди. Только так, знаете, без всяких подробностей о ситуации, потому что, ну, все начнут нервничать. И главное, что люди могут оказаться в опасности. Ну, а о том, что здесь происходит на самом деле, вы узнаете из первых уст. Я что-нибудь придумаю. Угу. А как вы узнали о том, что здесь происходит? Позвонил кто-то. Сказал, что надо ехать сюда. Ну, да. Ну, договорились? Договорились. Спасибо. У вас в кафе там, по-моему, кошка была. Правильно? Я ее увидела. Кот. Да, такой огромный. Так, мы в прямом эфире с общегородской международной выставки кошек. И вот она, наша прекрасная победительница конкурса «Моя любимая киска». Но также сегодня произошло непредвиденное. Другая участница конкурса, которая также уверенно шла к победе, была похищена неизвестными злоумышленниками. К счастью, полиции удалось составить их фотороботы. Если вам что-либо известно об этих людях или их местонахождении, пожалуйста, позвоните по этому телефону. Ваш звонок очень важен для нас. Кот убегает! Жада, ты криворучка, а? Что стаканы-то разбросали? Мусор-то уберите. Арсений Станиславович, аппетит нагуливаете? А, аппетит не всегда приходит во время еды, а довольно часто даже после. Я получил разрешение от прокурора. Вот ордер. Теперь вы можете осмотреть близлежащие здания. Я уж не надеялся. Ну, народу вы мне, конечно, не добавите. Чем меньше народ, тем меньше свидетелей. А насчет аппетита вы правы. Это да.
А что, если яхта заминирована? Юля, ну серьезно, мы же не знаем, кто нам угрожает. Мне. Конкуренты или силовые структуры хотят рейдерски захватить бизнес. Или опасность где-то под боком, рядом. Может, дядя Сережа решил отхватить свой кусок через сестренку? А, мам? Ваша гримаса капитализма. Ну вот что ты несешь, а? Что за характер? У тебя же все есть. Или тебе чего-то не хватает? А я, мам, как Железный Феликс, провожу расследование, чтобы подтолкнуть тебя к выводам. Ну, а ты как всегда. У тебя же все есть. Добрый день. Добрый. А вы по Чекаевски, что ли? Ну, типа того. А что хотели? Опа, разведка. А разведке что здесь надо? Кофе привезли. Это снова вы? С кем? Полиция. Откуда не узнаю, что мы здесь? Не знаю. Ладно, пусти их. Проходи. Может быть, стоит позвонить Сереже? Спасибо, родная. Давай я разберусь сам, ладно? Это что за клоун? Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Кофе? Спасибо. Это что за детский сад? Простите, вы кто? Дмитрий Шишкин. Я из оперотдела. Со мной... Я знаю, кто с вами. Да, мы работаем по поводу захвата вашего банка. Пап, что ты, банк грабит? Юля, охренеть. Послушайте, мы можем поговорить сейчас. Вас все равно вызовут на допрос. Вас и вашу семью. Далеко собрались? В Китай. Это типа допрос начался? Нет, но вы можете помочь следствию. А с какой стати я должен помогать? Гражданский долг. Я никого не должен. Ничего. У вас все? Нет. Грабителям нужны ключи от ячеек. Я дал распоряжение, чтобы отдали. Да, все так, но там нет одного ключа. Какого? От вашей ячейки. Это мой банк. То есть это ваша ячейка? С чего вы взяли? Нам сообщили. Кто? Вам звонил мужчина? Так, тихо. Какой мужчина? Нам тоже звонил мужчина. Какой мужчина? Пожалуйста, обращайте внимание, она все выдумывает. Это переходный возраст. Мы поженились, когда ей было 7 лет, она до сих пор не смирилась. А что вы говорите? Какая ячейка? Ячейка вашего мужа, она очень нужна грабителям. А что в ней? Вы не знаете? Как видите, у нас нет ключа. Слушайте, вы должны поговорить с вашим мужем. Там заложники, люди, понимаете? Вам не поможет. Вы же видите. Прости, пожалуйста. Любезный, у вас все? А... Нет, не все. Ваш банк, его еще не освободили. Вот когда освободят, когда вы совсем разберетесь, тогда и перезвоните. Все, давайте. Да? Оставь эту дрянь здесь, я прошу тебя, а? Юля! Иди сюда, садись. А кто это? Дай мне попрощаться с родиной. Мне только что позвонил какой-то человек и сказал мне, что именно вы храните в вашей ячейке.
следующий раз захватите пончики.